А я много подберезок вот тоже нашла. Я одел соответствующий... Ага, Паш. Кукуреку. Кукуреку идет. Здесь Саша много подберезок находила. Пашка 4 осинника подряд. Прошли. Ну вот это с другой стороны. Ее, конечно. Ворошки. Ворошечки. Маленькие самые не. Иди сюда, вон туда. Куда? Вон там у дерева, вон там. Это больно здоровые. Да. Петухи здесь тоже есть. Вот. Вот здоровый камень какой лежит здесь на болоте. Вся трава такая вот так красивая еще. Зелененькая. В шесть раз мы ходили по этому же маршруту. Да, но... вот это и есть болотце, которое мы сегодня очень упорно искали. Мы здесь, Паш, сейчас! Так, это мы с самого конца идем вперед. Да, мы с самого конца теперь. Ягодки. Ого-го, где это он там? Такие кочки, а на них грибочки. Они их все выловили. Где же он? Кузнечик! Где ты там? Ах, вон кузнечик. Только одна картинка видно больше. Карнавал как раз у нас сегодня есть. Маленький, это хорошо. И ручку с клюквой положил. Цветочек. Ты понимаешь, что это за цветочек? Подснежник. Не трогай, не трогай. Подснежник. Салам алейкум. Ты что? Салам алейкум, подснежник. Паш, у тебя мама кем работает? По биологии. Салам алейкум. Вот эта красота. Под елками здесь были ворушки. Кто-то мне фамилию сказал, что да, я сразу запомню. Не поймешь, какие тут грибы даже. Сейчас. Но есть грибы вон какие. Вообще-то можно. Наверное, еще видеть. Красиво. Привет. Привет. Очень хорошо. Вот смотри, какой лес. Очень тепло. Только что ты тут нашел. Что это, петух какой? О, ты смотри-ка. Чистые, смотрите. Здорово, Пашка, только не топай, зайчик. Ну, класс. Дальше смотри, вон там еще есть немножко. Ой, вот так сейчас резко. Молодцы, ребятки. Супчик сегодня будем ням-ням-ням-ням-ням. Так что, вроде и ничего. Да. Супчик мы интересно себе сварганим. Ну так, тепло, но под листьями грибов не видно. Это осенний гриб. Где-то поет, не здесь, нигде, не видно ничего. Здесь ко мне лицом к лесу, ко мне лицом к лесу задом. К камере передом, да. А к боровику задом. Ладно. Да. Вот такой вот лес. Хорошо. Вот такой вот лес. Да? Ой, комары. Ну и не надо. Конечно. Саша ходит по болотам. Иди вдоль воды. И увидишь поваленную березку. На какую березку?
Там... Слушай, похоже, сюда пруд. Похоже, надо. Отправились уже. Чё ты, господи? Это что, секретная миссия, что ли, Надя? Ну что, сядьте. Катя, не прыгай, Катя, не три. Ну вот, поехал. А я буду считать сейчас, сколько автобусов. Угу. Вот эта машина. Так, все вот считаем. Видишь? Один. А они не очень-то и полные. Два. Ой, колонны. А они, видишь, с номерами, но не все номера. Четыре. Катя, тебе видно? А, мне было пусто. Шесть. Семь. Ну, они пошли восемь, теперь. Восемь, так, девять. Вот 10, это интереснее, чем Самопольская. Одиннадцать. Двенадцать автобусов уже. Вот тут вот уже по порядку. Тринадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Все поляки едут. Да, пятнадцать. Шестнадцать. Это уже 17-й пошел. 17, 18, 19, 20. Там поехал ансамбль. Смотри, смотри. 20. И это тоже музыканты. А это поехали вот, стреляли ребята. 22. Это взвод этот был. 23. 24. А это наши в формах. 24. Нет, это поляки. Поляки 24. Морские моряки. 25. 26. Ой, боже мой, 26. 27. Вот. Оркестр 28. Вот тоже польские. 28 автобусов. О. Желные 28 автобусов. О, теперь мы можем поехать туда. Да, да, вот сейчас все вот это вот пройдет, все это замыкает, да, колонну. Вот скорые прошли. Да. МЧС. Прошло со скорой. МЧС, что, мало ли что случится, да? Да, конечно. Так что... Сейчас, ну там еще... Батарейку зарядила? А там... Ну ты видишь, как...